«А знаете, мессер Леонардо», — произнес Макиавелли, желая по обыкновению кончить разговор шуткою, «я теперь только вижу, как ошибаются те, кто считает вас еретиком и безбожником. Попомните слово мое, в день страшного суда, когда разделят нас на овец и козлищ, быть вам со смиренными овечками Христовыми, быть вам в раю со святыми угодниками». «И вам, мессер Никола», — подхватил художник, смеясь, «уж если я попаду в рай, то и вам не миновать». «Нет, слуга покорный, заранее уступаю место мое всем желающим. Довольно с меня скуки земной». И лицо его вдруг озарилось добродушной веселостью. «Послушайте, друг, вот мой такой вещий сон приснился мне однажды. Привели меня будто бы в собрание голодных грязных оборванцев, монахов блудниц, рабов, коллег слабоумных, и объявили, что это те самые, о коих сказано, блаженны нищие духом, ибо есть их царствие небесное. Потом привели меня в другое место, где увидел я сон величайших мужей, подобный древнему сенату. Здесь были полководцы, императоры, папы, законодатели, философы, Гомер, Александр Великий, Платон, Марк Аврелий. Они беседовали о науке, искусстве, делах государственных. И мне сказали, что это ад и души грешников, отвергнутых Богом, за то, что они возлюбили мудрость века сего, которая есть безумие перед Господом. И спросили, куда я желаю, в ад или рай? В ад, воскликнул я, конечно, в ад к мудрецам и героям. Я полагаю, продолжал Никола с внезапным порывом, я полагаю, что людям следовало бы или принять, или отвергнуть Христа. Мы же не сделали ни того, ни другого. Мы не христиане и не язычники. От одного отстали, к другому не пристали. Быть добрыми силы не имеем, быть злыми страшимся. Мы не черные, не белые, только серые. Не холодные, не горячие, только теплые. Так и залгались, измалодушествовались, виляя и хромая на обе ноги сразу между Христом и Велиаром, что нынче уже сами не знаем, чего хотим, куда идем. Древние, по крайней мере, знали и делали все до конца. Не лицемерили, не подставляли правой щеки тому, кто ударил их по левой. Ну а с тех пор, как люди поверили, что ради блаженства на небе должно терпеть всякую неправду на земле, негодяям открылось великое и безопасное поприще. И что же в самом деле, как не новое учение обессилило мир, отдало его в жертву мерзавцам? Корней Иванович Чуковский. Около полувека назад в дачном поселке Куакали стоял неподалеку от станции деревянный домишко, на котором торчала нелепая башенка с разноцветными наполовину разбитыми стеклами. Там в башенке около полувека назад находилось мое жилье, и лестница туда была очень крутая. По этой крутой лесенке однажды, перед вечерними сумерками, очень легко, без одышки, взобрался ко мне пожилой человек. В первые минуты я принял его за посыльного и подает мне письмо. Из Питера от Ивана Ивановича. И называет одного очень небольшого писателя Ивана Ивановича Лазаревского, который печатал в тогдашних газетах мелкие заметки об искусстве. Я вскрываю конверт, читаю. Пользуясь любезностью Ильи Ефимовича Репина, который доставит вам эту записку, спешу сообщить. Дальше я не читал. Мысль, что здесь передо мной, в этой крохотной комнатке, создатель бурлаков-запорожцев не ждали Ивана Грозного крестного хода, привела меня в состояние крайней растерянности. Я стал усаживать его на единственный стул, но он сказал, что он только что с поезда, и ему нужно поскорее бы домой. И все же задержался на 5 минут, чтобы оглядеть мою скудную книжную полку. Когда в Третьяковке или в Русском музее смотришь десятки картин, написанных репинской кистью, Репин кажется великаном. Самое количество этих картин поражает своей колоссальностью. И вот он стоит передо мной, небольшого роста, с улыбающимся, крепким, обветренным стариковским лицом, с прищуренным правым глазом, в черной шинельке с накидкой, в самых обыкновенных, вязаных деревенских перчатках, и даже не перчатках, а варежках. Вокруг усов у него оборщатся рыжеватые волосы, совсем простой и даже как будто застенчивый, и будто он не знает, что он Репин.
«А вы по-английски читаете?» – сказал он, увидев на полке какую-то английскую книжку, и сказал с таким уважительным тоном, словно умение читать на чужом языке было величайшей премудростью, недоступной обыкновенному смертному. В тот памятный вечер я долго не мог успокоиться. Казалось невероятным, что знаменитый художник, самое имя которого для множества русских людей сделалось в то время синонимом гения, может так легко и свободно, с такой обаятельной скромностью сбросить с себя всю славу и, как равный к равному, забраться в убокий чертак безвестному юнцу-литератору. Илья Репин вслед за Лев Толстым попытался придерживаться вегетарианской диеты и даже достигал хороших результатов. В 1891 году в одном из писем старшей дочери графа Татьяне художник пишет: «Я продолжаю обходиться без мяса и, право, чувствую себя все лучше и сильнее, работаю больше, встаю в 6 часов. Настроение спокойное, серьезное. Тело помолодело, и я стал гораздо выносливее к ходьбе, сильнее в гимнастике и гораздо успешнее в искусстве». Но уже спустя 3 недели Репин признается в послании к Татьяне Львовне: «Вегетарианство я должен был оставить. Природа знать не хочет наших добродетелей. После того, как я писал вам, меня ночью захватила такая нервная дрожь, что на утро я решил заказать бифштекс, и все как рукой сняло». Опыты с вегетарианством различной степени строгости Илья Ефимович, поддерживаемый женой Натальей, продолжал до конца жизни. По этой причине многие его знакомые старались не задерживаться у Репина в гостях. Вот, например, воспоминания Ивана Бунина, приглашенного в пенаты для написания портрета: «Я с радостью поспешил к нему, ведь такая это была честь быть написанным Репиным. И вот приезжаю, дивное утро, солнце и жесткий мороз. Двор дачи Репина, помешавшегося в ту пору на вегетарианстве и чистом воздухе, в глубоких снегах. А в доме окна настежь. Репин встречает меня в валенках, в шубе, в меховой шапке, целует, обнимает, ведет в свою мастерскую, где тоже мороз, и говорит: вот тут я вас буду писать по утрам, а потом будем завтракать, как Господь велел, травкой, дорогой мой, травкой. Я стал низко кланяться, горячо благодарить, забормотал, что завтра же приеду, но сегодня должен немедленно спешить назад на вокзал, страшно срочные дела в Петербурге. Сейчас же пустился со всех ног на вокзал, а там кинулся к буфету, к водке, закурил, вскочил в вагон и из Петербурга прислал телеграмму: дорогой Илья Ефимович, я, мол, в полном отчаянии, срочно вызван в Москву, уезжаю нынче». Так Бунин остался без портрета от самого известного в ту пору в стране художника. Картина Репина «Бурлаки на Волге» в советское время, да и сейчас, считалась символом угнетения рабочего люда в царской России. Вот несчастные, оборванные, полуголодные бедняки работают, как лошади, за 3 копейки, тягая суда по Волге. На самом деле все было не совсем так. Вопреки расхожему мнению, бурлаки на Волге зарабатывали больше, чем художник Репин, который эту картину написал. По берегу бурлаки особо ничего не таскали. На трудных участках судоходного пути, где парусные и весельные торговые корабли шли против течения, вперед посылали лодку, которая бросала якоря. От лодки на корабль тянулись тросы, которые крепились к барабану. Бурлаки, сильные здоровые мужики, стоя на корабле, тянули тросы от носа к корме, наматывая их на барабан, тянувший кораблик вперед, преодолевая течение. На берег они сходили редко, обычно, чтобы снять корабль с мели или вытащить поломанное судно. На картине Репина они как раз вытягивают судно, севшее на мель. Флаг, перевернутый вверх ногами, который вы видите на картине, сигнал бедствия или поломки. Причем для такого рода работ, часто сходя на заболоченный илистый берег, бурлаки, чтобы не замарать обычную одежду, надевали рванье и старье. Теперь о зарплате. В середине 19 века обычный бурлак зарабатывал в месяц 60-80 рублей, а шишка, командир бурлаков, 100-120 рублей. Для сравнения, земской врач и учитель гимназии, средний класс тогдашней России, получали в среднем 80 рублей в месяц, фельдшер – 50. По сути, рядовой бурлак зарабатывал на уровне среднего класса, а командир артели вовсе был обеспеченным человеком. При этом в судоходный сезон бурлаков кормили за хозяйский счет. То есть деньги они свои не тратили, а могли потом полгода жить на них, причем ни в чем себе не отказывая.
Что многие делали? Шишки потом становились командирами речных судов, а многие обычные бурлаки, сколотившие состояние, уходили в купцы или покупали землю для ведения сельского хозяйства. Да, труд был тяжелый, но хорошо оплачиваемый. Бурлаком пару лет работал писатель Владимир Гелеровский, отпрыск зажиточно-дворянско-казацкой семьи. Не проявив прилежности в учебе, он сбежал познавать Россию в бурлаки, где нашел применение своей недюжинной силе, а заодно побывал во всех прибрежных городах Поволжья. Зажиточность бурлаков доказывает и другой факт. Многие роскошные церкви, стоящие вдоль Волги-матушки, были построены на деньги бурлацких артелей. Таким образом, на картине Репина мы видим не отчаявшихся голодных бедняков, а представителей обеспеченного среднего класса, который вытягивает судно смели, облачившись в старую рванину, чтобы не пачкать основную одежду, в которой они работают на судне. Кстати, Репин писал эту картину 3 года, а продал за 3000 рублей. Это заработок небольшой бурлацкой артели за 2 месяца. Открылась в Петербурге выставка левых иностранных художников под названием «Салон Издепского». Этот Издепский человек, разбитной и учтивый, в очень туго на крахмальной манишке был у Репина в Финляндии, пригласил его на вернисаж своей выставки. Репин кланялся, благодарил, провожал его до ворот, еще раз кланялся и прижимал руки к сердцу. В назначенное время Илья Ефимович приехал на выставку. Издепский, сверкая манишкой, встретил его на лестнице и стал рассыпаться в любезностях, и Репин снова кланялся, прижимал руки к сердцу и говорил ему приятные слова. Потом вошел в залу, шагнул к одной картине, к другой, и закричал на всю выставку: «Сволочь!» Затопал ногами и стал делать такие движения, как будто хотел истребить все кругом. Издепский разлетелся было к нему, но Репин в выступлении гнева мог выкрикивать только такие слова, как «карлик», «лакейская манишка», «мазила», «халуй». И эти слова сдунули Издепского, как буря, букашку. О таких приступах гнева можно говорить все, что угодно, но ни притворства, ни фальши в них не было. Картина «Негритянка», 1876 год. И это, между прочим, Илья Ефимович Репин. О работе стало известно относительно недавно, в 1939 году, когда произведение Репина было выкуплено Русским музеем из частной коллекции, куда картина попала после Парижского художественного салона в 1877 году. Трудно поверить, что «Бурлаки на Волге» и «Негритянка» писаны одной рукой мастера. Картина написана Репиным во время пребывания в Париже под влиянием творчества известного испанского художника Мариано Фортуни, одного из самых даровитых представителей академического салонного искусства, с произведениями которого Репин познакомился в 1873 году в Риме. 1889 год. Илья Репин с сыном Юрием на Эйфелеву башню. Напомним, что башня была построена в марте 1889 года, а посему выходит, что Илья Ефимович был одним из первых русских, поднявшихся на будущий символ Парижа. Причем лифта тогда не было, художнику пришлось преодолеть 1710 ступеней вверх и вниз. Сын явно в предвкушении спуска. Малоизвестный Репин. Признание в любви, 1899 год. Галерея изящных искусств, Острава, Чехия. Возможно, картина автобиографическая. Репин, его вторая жена Нордман Северова. Наталья Борисовна Нордман Северова. Писательница, гражданская жена художника Илье Ефимовича Репина. Письма подруге Лидии Яворской за 1912 год. «Милая, дорогая Лида, мне страстно хотелось тебе сказать правду о моей жизни. Никакого обеспечения, ни капитала, ни бриллиантов, ни туалетов у меня нет. Жизнь моя основана только на духовных благах, служении идеи. Имущество мое фиктивно. Наш дом не приносит мне ничего. Театр, конечно, одни расходы. Илья Ефимович, получая большие и малые куши, складывает их в банк, чтобы содержать свою семью. Живем мы с ним, будто бы деля жизнь, а когда он получит большую сумму денег и положит в банк для своих, у меня всегда в душе в такие дни. Проходит холодок, и я много плачу.
Ну как не поделиться, не спросить, не надо ли чего-нибудь? В эту весну Илья Ефимович получил 30 тысяч. Из них он купил квартиру своей жене, а остальные положил на текущий счет. Но как в такую минуту не поделиться с той, что несет рядом бремя его жизни? Репин, портрет, Нордман, Северовой, за работой, 1903 год, Башкирский художественный музей. Не ждали. Илья Репин, 1888 год, Третьяковская галерея, Москва. Одна из самых узнаваемых картин в русской живописи. Сюжет разбирают даже в школе. Ссыльный вернулся домой и в волнении ждет, как его встретят. Репин поймал пиковый момент. Эмоции уже проявились, но еще никто не сдвинулся с места. Потенциальная энергия вот-вот перейдет в кинетическую. Когда картина впервые увидела свет на выставке передвижников в 1884 году, ошибки в дате нет. Репин представил свое полотно на выставке. Год спустя его купил Третьяков, а в 88-м художник продолжал его дорабатывать. Критик Стасов говорил, что это самое крупное, самое важное, самое совершенное его, Репина, создание. Единственное, что не нравилось ни ему, ни Третьякову, ни самому Репину, это ссыльный. Художник сокрушался. Сам Бог знает, как недоволен именно главной фигурой. Именно из-за невыразительности ссыльного Третьяков не сразу приобрел картину. И именно поэтому художник еще 3 года дописывал ее, пытаясь найти нужный образ. Репин получил за эту картину 7 000 рублей, в то время как самый высокий оклад в конце 19 века был у министра 1500 рублей. Спустя 2 года у Репина изменилось отношение к главному герою картины. Художник взял мольберт, пришел в Третьяковскую галерею и переписал лицо ссыльного. Гордость убежденного революционера в его чертах сменилась безволием и рассеянностью. Был страшный скандал, потому что в тот день Репин заодно переписал еще «Крестный ход» и «Ивана Грозного». Третьяков запретил пускать художников в галерею. Илья Репин. Портрет князя Владимира Владимировича Баратинского. Лист из альбома Натальи Борисовны Нордман. В 1907 году князь написал книгу «Царственный мистик» Александр I, император Федор Кузьмич. Она была издана в Лондоне в 12 году, в Петербурге в 13. Основной идеей книги было желание доказать, что российский император Александр I не скончался в 25 году в Таганроге, а провел остаток жизни в образе старца Федора Кузьмича и умер в 1864 году в воскресностях Томска. Поводом написания книги было стремление опровергнуть официальную версию смерти Александра I, так как в России любят легенды о двойниках государственных деятелей. Своим оппонентом князь считал историка великого князя Николая Михайловича Романова, который в 1907 году издал труд «Легенда о кончине императора Александра I в Сибири в образе старца Федора Кузьмича». Иван Сергеевич Тургенев. Двое друзей сидят за столом, пьют чай. Внезапный шум поднялся на улице. Слышны жалобные стоны, ярые ругательства, взрывы злорадного смеха. «Кого-то бьют», заметил один из друзей, выглянув из окна. «Преступника? Убийцу?» – спросил другой. «Слушай, кто бы ни был, нельзя допустить бессудную расправу. Пойдем, заступимся за него». «Да, это бьет не убийцу». «Не убийцу? Ну так вора. Все равно пойдем, отнимем его у толпы». «Не, не вора». «Не вора? Ну так кассира, железнодорожника, военного поставщика, российского мецената, адвоката, благонамеренного редактора, общественного жертвователя. Все-таки пойдем поможем ему». «Нет, это бьют корреспондента». «А, корреспондента? Ну знаешь что, допьем-ка сперва чаю». 18 сентября 1927 года Репин писал Чуковскому. «Больше полугода я работаю над картиной «Гопак», посвященной памяти Модеста Петровича Мусоргского. Был взят большой холст. На нем стала компоноваться картина «Гопак. Пляска запорожцев. Удаль веселья». Холст как будто не может уместить всех фигур. Запорожцы прыгают через костер, пляшут. Даже столетний дид в присядку пошел. Пишет Репин друзьям о картине, пересказывая ее сюжет. Снова началась переписка со знатоком запорожской сечи, ученым Яворницким.
Репин просит прислать ему фотографию, так как ехать в Запорожье ему тяжело, он стар. Репину еще много работы с Габаком. В 28-м году он пишет Чуковскому, что, вероятно, еще года два. Работа над Габаком шла в верхней неотапливаемой мастерской, куда Репин с трудом поднимался только летом, вплоть до самой смерти от простуды 29 сентября 1930 года. Николай Мирликийский избавляет от смерти трех невинно осужденных. 1888 год. Илья Ефимович Репин. Картину приобрел император Александр III. Причем впоследствии многократно упоминалась легенда о том, что именно с покупкой этого полотна было связано решение о создании Русского музея. Царедворцы, а также фигуры лица осужденных, которые уже не верили в возможность своего спасения, один покорный и другой недоумевающий, и третий в порыве сумасшедшей надежды. В глубине картины изображена толпа народа. Люди с напряжением наблюдают за действием, происходящим на переднем плане. Над головами стоящих в толпе возвышается фигура ребенка, которого кто-то приподнял, чтобы он получше видел и запомнил все подробности великого подвига человеколюбия. Одна из девушек, находящихся в толпе, старается не потерять из виду молодого осужденного, возможно, ее брат или жених. Прообразом Николая Мирликийского, по-видимому, был Лев Толстой, с которым Репин в те годы много общался. Лицо святого Николая было написано с поэта Аполлона Майкова. Палача Репин писал с художника Николая Кузнецова. Образ приговоренного к смерти, стоящего на коленях, был создан с писателя Иеронима Ясинского. Отщедушного молодого человека, ожидающего своей очереди, с писателя-символиста Дмитрия Мережковского. Иван Грозный, его сын Иван, 16 ноября 1883-85 года. Илья Репин, холст масла, Третьяковская галерея. Идея написать жуткую сцену гибели царевича родилась у Репина, когда он слушал симфонию Римского-Корсакова «Антар». Его музыкальная трилогия «Любовь, власть и месть» так захватили меня, и мне неудержимо захотелось в живописи изобразить что-то подобное по силе его музыки. Происходившие вокруг события тоже производили впечатление. В 1881 году террорист-народоволец Гриневицкий взорвал бомбу, которая убила императора Александра II. «Прощение Пушкина с морем» в соавторстве с Ильей Репиным, Иван Айвазовский, 1877 год. Всероссийский музей Пушкина, Санкт-Петербург. «Дивное море», – написал Айвазовский, – «и я удостоился намалевать там фигурку». Так прокомментировал свою роль в создании этой картины Илья Репин. Правда, следует признать, что такие характеристики вообще были в стиле Репина. Он очень восторженно отзывался об окружающих и весьма уничижительно о своих скромных дарованиях. Пушкина Айвазовский писал неоднократно, и в целом портреты в его наследии есть, но Айвазовский все же не портретист. Талант его в полную меру проявлялся в изображениях моря и неба. Когда на картине присутствуют люди, они всегда неизмеримо малы на фоне стихии Айвазовского. Понимая это, художник нашел отличный способ выделить фигуру Пушкина. Попросил написать эту фигуру Репина, который был отличным портретистом. Илья Репин. Портрет Мары Алиф. Холст масла. 906 год. Музейный комплекс Словцева, Тюмень. Это была очень неординарная женщина. Одевалась она шикарно, со вкусом, и как-то чарующе действовала на человека. На вечеринках внимание всегда было сосредоточено на ней. Так говорили про музу художников Серебряного века Мару Константиновну Алиф. Первый ее муж был племянником мецената Савва Морозова. Поэтому Мара часто посещала усадьбу Мамонтовых, Абрамцева, где собирались художники. В 1890 году ее зарисовал Михаил Врубель. Он даже был в нее влюблен. Портреты Мары Алиф также писали Валентин Серов, Филипп Малявин. Репину Мара Алиф позировала, когда была замужем за военным моряком Свербеевым. Позднее, в 13-20-х годах, ее возлюбленным стал генерал Эдерли. С 20-го года Мара Алиф проживала во Франции. В 1918 году сказочная усадьба Ильи Репина в Куакале, теперь Репина, вместе с хозяином осталась на территории Финляндии. А сам художник стал точкой политического напряжения в отношениях двух стран.
Для Советской России то, что Репин остался в Финляндии, означало огромный удар по репутации. Для чиновников Финляндии Репин, несмотря на свою известность, был русским беженцем, за действиями которого на всякий случай следили. Сам Репин, как теперь показывают документы, подозрений не вызывал. А вот постоянные делегации из СССР будоражили местную полицию. Рапорт Центральной сыскной полиции Финляндии номер 19, составленный в 1926 году, на основании писем сообщал, что СССР планировал присвоить Репину звание народного художника, в соответствии с которым ему должна была перечисляться крупная пенсия 220-300 рублей. Его уговаривали не только пенсии, обещали вернуть часть имущества. В секретной папке был найден также детальный рассказ о том, как супружеская пара была в гостях у Репина в 1925 году. Незнакомые ранее художнику люди заглянули к Репину, передали адрес советского руководства, обещали квартиру и машину. По воспоминаниям и письмам можно восстановить, что Репин ответил следующим образом. «Вы предлагаете мне деньги, вы просящие милостыню, совершенно опустошившие великую Россию, где сейчас миллионы голодают и влачат жалкое существование. Я не богат, но не настолько беден, чтобы принимать ваши деньги». Пара в спешке уехала обратно, но оставила гостинцы. Из бумаг тоже выяснилось, что они привезли. Репину в качестве сувенира яблоки из России, съев которые Репин и его супруга и сын почувствовали себя очень плохо. Сам художник посчитал возможным, что они были отравлены, и попросил отправить их на анализ. О результатах ничего не сказано. Поскольку на свою сторону художника переманить не удалось, большевики начали оказывать влияние на его сына Юрия и внука. Внук Ильи Репина – Дий Дмитрий. Тайно перебежал в Советский Союз весной 1935 года. Судьба Дия Репина так и осталась неизвестной. Она прояснилась только после распада СССР. Его расстреляли уже в августе 1935 года за намерение осуществить теракты против высших руководителей СССР и переходе границы. В 1991 году он был реабилитирован в связи с отсутствием состава преступления. Причиной его перехода стала жажда знаний. Он хотел поступить в ленинградский ИПИИ. Институт пролетарского изобразительного искусства. Так называлась в то время Всероссийская академия художеств. Когда-то там учился, а затем преподавал его дед. Учебному заведению в 1937 году присвоит имя И.Е. Репина. Но Дий этого уже не узнает. Его расстреляют в день рождения его деда. Но Бельтрафио не мог любоваться. На сердце его было тяжело и смутно. Тогда Леонардо, как бы угадав печаль его, с добрым, тихим взором сказал слова, которые Джованни часто вспоминал впоследствии. «Если хочешь быть художником, оставь всякую печаль, заботу, кроме искусства. Пусть душа твоя будет как зеркало, которое отражает все предметы, все движения и цвета, само оставаясь неподвижным и ясным.